учебный год открыли уроками мужества. На одном из таких побывал губернатор региона. Он пообщался с учениками. Вениамин Кондратьев вместе с мэром Краснодара Евгением Первышовым приехал в новое здание 61-й школы в хуторе Ленина. Во время торжественной линейки глава региона поздравил ребят с Днем знаний и пожелал хороших отметок в дневниках. Мы сегодня говорим, что вы должны вырасти гармоничными личностями, раскрыть себе все таланты, состояться в жизни, стать успешными, определиться, кем вы в жизни будете, в каких условиях личность будет создаваться, такой-то личность и будет. Поэтому задача власти наша с вами сегодня – создать условия в нашем крае. Я рад тому, что еще вместе с вами 9 новых школ в этом году примут своих учеников. Это достижение современной Кубани. В следующем году мы выполним программу по вводу еще дополнительных 5800 мест. Это будут такие же современные школы, с таким же оборудованием, с таким же насыщением. Школа в хуторе Ленина – одна из 5, которые на Кубани построили к учебному году. Остальные откроют свои двери до конца текущего года. Таким образом, в Краснодарском крае дополнительно появится более 8500 школьных мест. И это не просто новые помещения, а целые учебные комплексы. Например, в 61-й школе созданы современные лингофонные кабинеты – классы оснащены для интерактивных занятий. Здесь будут преподавать даже робототехнику. Вениамин Кондратьев передал школе сертификат на покупку необходимого для этого оборудования. Отдельное внимание уделяется и физическому развитию. В новом здании школы хутора Ленина только спортивных зала 3, не считая футбольного поля на улице. В День знаний там сразу провели первый матч между командами старшеклассников и сотрудников мэрии Краснодара. Чиновники во главе с Евгением Первышовым одержали победу со счетом 5-2. За поединком наблюдал губернатор края Вениамин Кондратьев, поздравил всех участников матча и добавил, что подобные школы на Кубани должны стать обычным делом. Не меньше 10 школ мы должны строить каждый год. Это будет правильно. И это на самом деле мы будем уверены в том, что будущее у нашего города, у нашего края, у нашей страны будет великолепным. Сейчас в Краснодарском крае работают более 1200 школ, но новые места все равно необходимы. Количество первоклашек постоянно увеличивается. Только в этом году за парты село 70 000 детей. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.